А теперь мы перенесемся почти на век назад. Газиз Аль-Мухаметов, родившийся в 1895 году и ставший жертвой сталинского террора в 1938 году, наш следующий герой. Как певец он получил всероссийскую известность перед Первой мировой войной. Участвовал в Башкирском национально-освободительном движении. В 1920 году вместе с еще одним классиком башкирской музыки Султаном Габиши и казанским композитором Василием Виноградовым он стал автором первых башкирско-татарских опер «Сания» и «Рабочий». В 1929 году, спасаясь от репрессий, Газиз Аль-Мухаметов и Султан Габиши переезжают в Уфу, где начинается их самый плодотворный период, который, к сожалению, был очень недолгим. После гибели Газиза Аль-Мухаметова несколько десятилетий даже упоминать его имя было запрещено. Но народ очень любил и пел его песни, невзирая на запреты. И одна из самых замечательных и любимых в народе песен сейчас прозвучит для вас. Газиз Аль-Мухаметов, «Лодочки качаются», инструментовка Азамата Хасаншина. Солист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, студент Уфимского государственного института искусств Разиль Шарапов, класс профессора Флюры Кильдьяровой. Thank you.